Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Людмила. Спасибо, что заглянули ко мне. Сегодня была в магазине «Лента». И, закупилась на очередных скидках. Сейчас скидки проходят на индейку, мясо индейки. В магазине 30%, если берете по купону из-за телеграмма, например. Есть группа у них в Телеграме, у Ленты, так и называется. Я ссылочку внизу оставлю. Там регулярно Лента выкладывает свои купоны, очень хорошие. Иногда выкладывают в Одноклассниках, ВКонтакте. Но я использую именно в Телеграме. Очень удобно. Поэтому показываешь купон на кассе, скидка другая. Скидка была 40% на мороженое. Ну и так, персональные предложения. Буду озвучивать вам цены. Всем приятного просмотра. Проживаю я в городе Самара. Итак, первое, что покажу, это мороженое, чтобы сразу убрать. Шоколадное. Я в прошлый раз показывала, мне понравилось. Очень вкусное мороженое. 48 копеек. 40% со скидкой вышло. Сейчас скажу. 127 рублей. Покупать нужно от 2 штук любого мороженого. Так, здесь 200 грамм с копейками. Сейчас покажу. Да, вот 232 грамма, 400 миллилитров. Я не любитель шоколадного мороженого, но даже мне понравилось. Оно очень вкусное. Но больше на вкус, я бы сказала, что это не шоколад, а больше на кофе похоже вкус. Но я люблю кофе, поэтому мне мороженое очень понравилось. Так, сейчас мороженое уберу и буду показывать дальше. Так, давайте дальше покажу вам, что вот рядышком лежит колбаса. Хочу оливьешку сделать. Взяла вот такую, докторская ГОСТ, Великолукский мясокомбинат. Категория А. Она сейчас в магазине идет со скидкой, стоит 130 рублей. Здесь свинина, говядина на первом месте. Неплохой составчик. Поэтому взяла. Я брала уже такую к Новому году. Мне понравилось. 500 грамм здесь. Брала я. Оплачивала, в общем, подарком. Там можно, если, в общем, накапливаете баллы, шаги. Там можно 100 рублей, в общем, в подарок идет. Поэтому я заплатила всего 30 рублей, и то он ушел бонусами. В общем, 130 рублей в магазине стоит. Просто в чеке вы его у меня сейчас не увидите. Так, дальше покажу вам, что рядышком лежит. Творог. Он у меня тоже по индивидуальной скидке шел. Там 25%. В магазине он стоит 70 с чем-то рублей, не помню уже. А, у меня по скидке вышло 60 рублей с копейками. Взяла 4 упаковки. 180 грамм, 5%. Там еще есть 9%. Не знаю, или сделаю, или запеканку, или сырники. По 180 грамм. Вот 4 штучки. Бананы. Сейчас они стоят уже дороговато, бананы. Взяла 3 штуки, потому что они были там все переспелые какие-то. Я люблю больше зеленые. Поменьше сахара. И как бы дозреть они всегда успеют. 74 рубля, в общем, вышло. Вот так они стоят. Бананы. 83 рубля. Так, дальше. Чиабатту взяла, свою любимую. Часто беру. Свежая. В этот раз ржаную взяла. 35 рублей. Здесь 250 грамм ржаная. Бывает еще обычная. Вкусная. Так, далее из травы, из зелени я взяла базилик. Всегда его беру, когда вижу свежий более-менее. 120 рублей стоит. Вот такая упаковка. Это большая, 50 грамм. Везде его добавляю, люблю. Но она немножко вялая какая-то, хотя написано, что сегодняшняя, 11 февраля.
Так, дальше взяла вот такую зелень. Рукава, радича, фрисе. По-моему, здесь 76 грамм. В общем, небольшая упаковка. Стоило тоже что-то. Но без скидки она была. Ладно, 117 рублей, но это у меня со скидкой вышло на кассе. Так, дальше весовой взяла укроп. А нет, не укроп, петрушку нам не взяла, да, петрушку. Весовая 470 рублей за килограмм. На 38 рублей. Так, дальше взяла корень сельдерея. В этот раз там маленькие были. Поэтому взяла всего две. Хочу использовать, наверное, как приправу какую-то. Вообще я из него пюре делаю. Чищу как картошку. Разрезаю на небольшие кубики. Ну вот, чтобы быстрее сварилось. И варить как обычную картошку. Вообще его можно, конечно, жарить. Кто как делает. 200 рублей за килограмм сейчас стоит. 136 рублей. Вот две штучки у меня вышли. Ну и небольшие. 680 грамм. Их быстро разбирают, потому что они редко в магазине бывают. Так, и дальше из зелени я взяла фасоль Маш, проростки семян, 150 грамм. У меня просто персональная скидка 100 рублей стоит. Вкусная, люблю. Добавляю и в салаты, и в вермишели, там, в общем, везде. Вкусные очень и полезные. Дальше взяла сыр моцареллу, тоже у меня персональная скидка на него, 100 рублей, там 95 рублей со скидкой. А в магазине он 120, по-моему, стоит. Просто взяла, потому что со скидкой. Добавляю в салат. Вот как раз буду делать салат. Добавлю туда вот всю зелень. Так. Из травы, наверное, все. Дальше взяла. Персональная скидка у мамы в чеке была. Ну, по маминой карте. Я воспользовалась ее картой. Так. Взяла безлактозное молоко. Я не употребляю обычное молоко, беру, ну, стараюсь брать либо низколактозное, либо безлактозное, либо где обезжиренное. В общем, стоит 107 рублей со скидкой, в магазине 135, по-моему, стоит без скидки. А если персональное, вот такое. Взяла 5 сразу, потому что можно сразу несколько взять, иначе скидка пропадает. На следующий раз, в общем, не возьмешь. Фирма Пармалат, литр здесь. Хорошее молоко. В животе, в общем, урагана от него нет, если не выносите лактозу. Поэтому советую. Далее осталось мне показать, наверное, вам как раз птицу, индейку. В магазине скидка 30%, напоминаю, по купону 35%. Именно на индейку. И полуфабрикат из индейки. Так, я взяла фарш. В этот раз вот такой взяла. Увидела, редко он бывает, когда я там присутствую в магазине. В общем, 450 грамм. Индилайт. Хорошая фирма, мне нравится она. Фарш из голени индейки. Бывает классический, а бывает вот такой. В общем, я взяла вот такой. 450 грамм. Более-менее свежий. Взяла вот две упаковки сразу. Со скидкой вышла, с 35% скидкой, 165 рублей за килограмм. Ну, за упаковку. За упаковку 450 грамм, которая. Так, и взяла филе грудки индейки. Здесь у меня 2,5 килограмма. Да, чуть больше 2,5. Ну-ка. Похоже на грудку курицы, только намного полезнее. Так, и взяла... В чеке покажу цену. И взяла филе бедра индейки. Тоже люблю такое мясо. Здесь у меня тоже на 2,5 килограмма практически. Здесь они небольшими кусочками. Если эти грудки, они большими кусками, а эти здесь небольшие кусочки.
Так, стоит со скидкой. Так, бедро 321 за килограмм. Грудка, ну, 300 рублей за килограмм получается. Вот вам чек показываю. Город Самара, торговый центр Гудок, Красноармейская, 131. Скидки, которые, купоны, которые показываются в Телеграме, распространяются на любой город. Действуют там, по-моему, еще на сегодня 11, завтра 12. И недавно выложили там новые купоны на подгузники и детское питание. Подгузники аж 60%, поэтому кому нужно, бегите. У кого детки недавно родились... И там частенько разные тоже выкладывают. Поэтому вот. Также там есть купон. Если чек от 30, от 3000 10%. Но действует, конечно же, на товары без скидки. И на от 4000, если у вас чек, там 15%. Все, всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, комментируйте. Пишите, что вы покупаете в ленте, что нравится, что советуете. И всем пока. Всем добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Людмила. Сегодня забежала в магазин «Перекресток». Он находится просто в том же здании, где я работаю. Он небольшой, поэтому я там продукты не покупаю. Там, во-первых, и дорого в «Перекрестке» очень. Во-вторых, как бы далеко везти до дома. Поэтому взяла только молоко. 65 рублей. Ультрапастеризованное 1.5%. Беру в основном обезжиренное или безлактозное. Добавляю в кофе. Самое дешевое, вот 165, по-моему, рублей, да. Так, и около дома зашла в Пятерочку. Тоже редко сейчас там бываю, тоже. У нас Пятерочка, она небольшая, город Самара у меня, не сказала. Она небольшая, не современная. Там нет вот своей свежей выпечки, как во многих других уже новых магазинах, поэтому небольшой. Поэтому там редко покупаю. Тоже он подорожал в последнее время. Взяла капусту. Просто очень щей захотелось. Взяла капусту. Стоит она 21 рубль килограмм. 1.5 килограмма. Ну, 1,6 кило получается на 33 рубля. Вот такая средняя капуста. Это не новый урожай, это старый урожай. Так, дальше взяла. Скидки вот как раз была на Барилу. Спагетти. Три разные упаковки взяла. Номер 13, мой самый любимый. 75 рублей, кстати, они все стоят. 10 минут варить. Вот это 13 номер, мой самый любимый. Они такие вот широкие. Очень вкусные. Потом взяла вот такие. Вот название. И вот такую взяла. 3/4. По 75 рублей. В принципе, все. В Пятерочке я больше ничего не брала. Так. Вермишель. Вот здесь макароны по 400-450 грамм. Вышел мне на 260 рублей.